это как раз наш предмет гордости программы этого года, потому что вот действительно один из хореографических коллективов, коллектив классического танца, ансамбль «Улыбка» районного дома культуры не так давно представил Тихвинской аудитории свой спектакль, полноценный хореографический спектакль, постановку «Гадкий утенок». Вы знаете, я очень горда была, когда была на этой премьере, и очень радостно было, что зал был аншлаговый, и что таков был уровень этой постановки, столько было занято детей, были пошиты все костюмы для участников, и на меня это произвело неизгладимое впечатление. И я рада, что мы эту постановку увидим вновь, и она включена в конкурсный просмотр. Над постановкой работали не только участники ансамбля «Улыбка», не только руководитель Антонина Дюндина, не только ее балетмейстер-постановщик кафедры хореографии Санкт-Петербургского института культуры Виктория Сакова, но и талантливый дизайнер, художник Михаил Русанов. Вот вообще поставить перед собой задачу организовать такое сквозное действие, собственно говоря, работая в самодеятельном коллективе, это не каждому дано. Это тоже еще один вызов. И этот вызов коллектив с честью принял и показал эту премьеру не так давно Тихвинской аудитории. Я рада, что спектакль будет показан второй раз. Уважаемые участники конкурса и зрители, образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Улыбка» представляет спектакль «Гадкий утенок». Участники коллектива – ребята от 7 до 17 лет. Приятного просмотра! Важно в обычном разглядеть необычное, в простом и понятном, сложное и многогранное, в невзрачном и сером, яркое и прекрасное. Этому нас учит сказка «Гадкий утенок». А еще это история о том, мой милый друг, что в жизни главное – это верить в себя, верить в свои силы и, несмотря ни на что, сохранять свое достоинство и уважение к другим. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Наступила осень, листья на деревьях пожелтели, ветер обрывает их и кружит по воздуху. Иногда именно в самые холодные времена мы можем увидеть чудо. Нам дана эта возможность как награда за веру в мечту, за веру в себя.
Thank you.
Thank you.
жизни с этой страстью. С одним лишь холодом любви и старости в тебе развязки. Так жизнь без подвигов мертва и без высоких отречений. Душа как рана, душа как рана без божества. Душа как раз не спасет.